Привет всем моим звездочкам! У нас с вами сегодня мультиреакция. Смотрю новенькие релизы, а также читаю ваши сообщения, которые вы присылаете по донату. Начнем с NCT или Chill. Джимми, хочется мне прочитать так, но я понимаю, что, наверное, это какой-нибудь гимми. И я вставляла в новости отсюда кусочек. По цветокору картиночку я уже успела рассмотреть. Ой, боже ты мой. Будут и другие интересняхи, включая дебют Kingdom, который я очень долго ждала. Даже думала посмотреть его отдельно, может быть, даже субтитры. Но потом такая думаю, так, давайте все по чесноку, смотрим всех по порядку, начинаем с NCT или Chill. Гимми. Ой, это Марк был. Берет у него со звездой. Как что-то китайское, что ли? Так. Штаны красные. Ну да, хорошо, музыка NCT-шная. Вышел такой явление. Вау. Класс. Еще и со звуком такой. Ох, блин. Так, очень много Марка. Джонни. Быстро сильно был. Какой-то музон местами такой гипнотизирует, что ли? Да, нет? Да, гимми. Мне нравится припев. Так, что-то там сходят с ума они. Блин, даже хоряга, все, короче, в стиле NCT. Там вода нет, я не пойму. Прикольный такой, ух ты, ёлки. Так, разглядываем фигуру, хорош. Мне очень нравится манерность Марка. Всегда нравилась. О, класс. Блин, это так круто. О. Так, это ты у Кая нахватался. Телепортейшн. Берите чаек с собой, ребят. Вот этот вот момент, да, похоже, как будто такой транс, гипноз. Так, мне уже нравится. Короче, это какой? Это второй или третий припев? Я уже такая подсела на него. Ну такой чисто перформанс, да, у нас получился. Ну, в принципе, у них чаще всего именно такие перформансные, у них и супоэмок. И такие у них то ли жилетки, то ли эти как-то там броники. Такие полисмены они, да? О-о-о-о. Чё-то это как-то смущающе. Короче, очень крутые пацаны. Блин, да, ёлки-моталки, как они это снимались. Очень стильно. Кайфово. Так, а тут субтитры на английском. Они про гимми поют. Йова. Волк. Блин, он такой немножко crazy Юта здесь, когда кадр смотрит близко. Надеюсь, Тайончик восстановился целиком и полностью. Блин, это очень NCT-шно. Мне понравился припев, хочу теперь лирику. Но на этом у нас NCT-шнята не заканчивается. А знаете почему? Потому что Клариса, спасибо большое, что отозвалась, прислала все-таки заявочки на клипы. И ты предложила несколько вариантов, мы с тобой подумали, повыбирали. Решили Baby Bad Alive, там English-версия, вроде бы только она есть. И дело в том, что этот клип я уже видела. Но когда мы его с тобой обсуждали, я искала реакцию, и я не смогла найти свою реакцию. Я думала, что я снимала, но может быть я пропустила, либо ее заблочили, я удалила. Короче, не знаю, я ее не нашла. И поэтому такая
Окей, и еще от Кларисы будет второй клипчик, скажу попозже. Давайте к Вэйвишам, которые у нас, ну, вроде как инсетиша, а вроде как не инсетиша. Bad Alive или Live. Мне кажется, все-таки Alive. Поехали. Ох, Лукас! Но я, кстати, его, наверное, раз смотрела, ну, может, два. Может быть, еще где-то я вставляла в свои ролики кусочки, поэтому сильно-то не помню. Опять сейчас... Ой, блин, какой винир. Тут настолько подчеркивается... Короче, их мужское обаяние подчеркивается, да, вот так скажу. Скромно скажу. А, прикольно. Слушайте, гляньте, как сочетается спортивный, короче, шмот такой с какими-то такими расшитыми. Да. Класс. Музыка здесь потрясающая. Блин, как круто. А как двигается? Ну вот опять же, видите, у нас такой перформанс. Красиво, очень красиво. Мне кажется, я даже перевод смотрела, но я уже ничего не помню. Стэн, конечно, просто убивает своим жаром. Там у него еще квадрат вырезан на спине. О, угадал. Да, вот прям по центру нужно было быть именно ему. Мне нравится. Какой-то пух у меня тут летает. Тоже сумасшедшее такое звучание. Мне очень нравится. Тут офигенные биты и переходы. Я даже не знаю, кто мне вот чисто по образу больше нравится. Они все такие прикольные здесь. Вау, вот тут классные, классные. Ух ты, класс. Я вот этого не помню. И этого не помню. Блин. Хватит уже! А то я нагреваюсь, как печка. Шикарно. Порой понимаю, что тебе еще в клипе надо. Видеть, как они круто танцуют. Опять так нежно. Мне так вот эти кадры нравятся, где у меня так волосы взлетают. Очень красиво. Класс, блин, классно. Видели пальцы? Это шикарно. Так нежно звучит. Трек мне нравится. Он правда такой классный. Мне нравится компоновка всего, и рэп-партии, и проигрыши, и припевов, и вставочек. О, класс. Я, короче, балдею. Я не знаю, как они там не запыхались еще. Выглядят так, как будто могут так это сутками напролет танцевать. Опять же, снято очень круто. Я не знаю, сколько раз я уже сказала, что это круто. Круто. Ну, по-другому тут я не знаю. Надо пополнять словарный запас, потому что они все время все делают круто. Все время все делают классно, и у меня просто не хватает слов. Так, Кларис, спасибо большое за заявочку, но это еще не все сюрпризики. T1, я правильно произношу, X-Raiden, Baekhyun, Chanmo, Runner. Рано на корейском. Рано, наверное, вот так. Я не знаю, рано или поздно. Короче, во-первых, я не снимала реакцию, во-вторых, я не смотрела внимательно. Чуть-чуть так просматривала, потому что там Baekhyun. Но я что-то подумала, что меня, типа, наверное, ну, короче, не знаю, я не посмотрела. Думала, мне не сильно-то не то, что понравится, подумала, что не мое, и, короче, не смотрела. Ну, смотрела только кусочки с Baekhyun, вот так быстренько-быстренько. Но раз есть заявочка, давайте поглядим, что это такое. Такое, короче, после NCT-шек, все такое светлое, романтичное.
Ой, напоминает начало какую-нибудь дорамку типа Монстар. О, прикольно. А, гляньте, как миленько. Мне здесь нравится гитара на фоне. За голосом Бекхёна. Блин, а чё я не посмотрела целиком? Я не знаю этих всех ребят. А, такая тема интересная, кстати. Бэкхён! Бэкер! Такой миленький. Мне нравится у Бэкхёна здесь прикид, он такой светленький. Какой-то такой, как стильный ангелочек. Такое бывает. Вот это я совсем не видела, вот эти кусочки. Напишите мне, кто этот парень. Так, они переодеваются. Это что-то какая-то игра будет в итоге. Это была барабанная палочка у Бэкхёнчика. Не, музыка хорошая. Да. Я такое, ну как бы, ну так, но прям музыка прикольная. Ну и, конечно, Бэкхёна голос. Похоже на рекламу какого-то футбольного клуба. Ну такие все серьезные. Куда? Да я тут как бы хорошо. Я посмотрю в сторонке. Это коллаб у нас с Самсунгом. Я поняла. Вот вам и ответ. Ну и раннер, да, название ж такое. Прикольный релиз. В рамках рекламной интеграции прикольно, неплохо так. Но, конечно же, я все равно не могу такие релизы до конца как полноценный музыкальный воспринимать. Не знаю почему, ребят. У меня, блин, потек полотенцесушитель, ребята. Отвлекаюсь уже постоянно, боюсь, что как рванет. Так вот, о чем я говорила. Например, остами я тоже не слишком-то увлекаюсь, но есть некоторые осты, которые мне нравятся, либо потому что я смотрела драмку, либо потому что их исполняют те, кого я люблю, и поэтому я слушаю и понимаю, что мне нравится. Вот. Но все равно как-то в музыкальную категорию ни осты, ни вот такие рекламные интеграции у меня почему-то не вкладываются, не укладываются, не знаю. Кларисочка, спасибо большое за заявочку. Вот и посмотрели все вместе эти клипчики, которые, вероятно, я бы так, наверное, и не собралась бы посмотреть на канале, не решилась бы, поэтому спасибо большое. Вот так вот. Ну, а мы едем дальше. I am a good damn. Блин, как это прочитать? Damn, dom, domn. Пусть будет так. Короче, IM у нас вернулся со своим соло-дебютом. Вернулся с соло-дебютом. Я вот так скажу. Потому что не до конца я все-таки еще понимаю. Выпускал у нас парень микстейпы. Сольно он уже работал, соответственно, сольно дебютировал. Но вот так вот, чтобы альбом коммерческий, это у нас у первый раз. Поэтому все хорошо, это у нас дебют. Посмотрим. Ну давайте посмотрим. Поехали. Клубешник. Много европейских лиц вижу. И АМ. Ой, что-то так нос зачесался сразу. Может, влюблюсь? А, он в маске. Маска похожа, знаете, как у меня это, на ингаляторе. Yeah.
похоже звучание на его стилистику. Да. Короче, здесь много того, за что мне понравились его прошлые релизы. В частности, один, который Фувай, или как там? Там у нас какие-то терзания. Там какие-то терзающие чувства у него. Прикольный такой переход мне нравится. Такой между вокалом и хип-хопом. Мне нравится, в этом же прям стиле фоточки были концепт. Ну, в принципе, что ожидаемо, но вот оно прям то, что мне понравилось на тизер. Ух ты. Ему идет эта укладка и эта стрижка. Он какой-то более, что ли, романтичный становится. О. А, вот он такой, как будто бы изменился, или что? Он был уже в черном клубе, а сейчас в красном. Так, и кто-то кажется не совсем трезвым. Может быть, он опьянен своими чувствами. И биты тут прикольные. Парень, да ты дымишься. Слушайте, некоторые ракурсы с ним такие, я бы его просто не узнала. Столько прикольных кусочков песни, которые мне прям нравятся. Вот, кстати, отдельные такие кусочки. Сам по себе клип для меня скучен. Ой, такое я сказала. Он, ну зачем? Хотела сказать, что мне нравятся чисто кадры с АМом, а тут он, глядите. Ну что это такое? Ну вот. Это как будто бы мы в его сознание попали. Да? Нет? Прикольно, здесь вот очень мне нравится. А вот тут у нас уже такой больше западная вариация клипа, я бы сказала. Не сильно, да, мне вообще, в принципе, на кей-поп похоже. Но у него сольные работы не помню, что были похожи. Гляньте, как он смотрит. Знаете, такое, как будто бы у него очень тревожное состояние. Ну, то есть, типа, заставляет меня тревожиться. Я не знаю, у меня очень неоднозначное ощущение этого релиза. Мне понравились отдельные куски, мне понравился сам АМ и кадры. Мне понравился, как звучал его голос. Мне понравились биты и некоторые кусочки мелодии, а некоторые, типа, нет. Не знаю, что такое. Хорошо, ладно, в целом, в принципе, работа гармоничная, да. В целом, наверное, все-таки скажу, что это больше мне нравится, чем что-то смущает меня. Ой, надо еще слушать. А я вот люблю такие темы, которые послушал, такой, не понял, а ну-ка еще, мне поставьте, а потом еще, и все. И ты такой, какая классная тема. Хорошо, у меня же, походу, хочет разрядиться микрофон, не надо. Вероничка Мин, долго мы с тобой общались по поводу предстоящего релиза Кан Данечки. И вот, ты написала, я с почты беру сообщение, то, что ты мне на e-mail присылала. Клип Кан Даниэля уже вышел, сейчас оставлю ссылочку. Очень тебя люблю, если кто-то еще отправил, то пусть будет на вкусняшке. Спасибо тебе за то, что ты есть. У айвиков не болей с Даней. Хорошо, не буду. Очень вас люблю. С уважением, Вероника. И ты оставила как твой ник на YouTube. Спасибо тебе большое. Дождались, действительно. И после его тизер-фотографии мне прям очень. Но в принципе мне было интересно посмотреть, каким Даниэль предстанет у нас в этом релизе. Ну а тизер-фото по ауре, по атмосфере меня заинтриговали его. Поэтому да,
Не только ты ждала, многие ждали, очень многие писали в комментариях заранее о том, что Аря, ты посмотришь, ты не забудь, скоро Даня возвращается. И Татьяна Савинова, еще одну заявочку я получила, вот практически одновременно, ну что, собственно, неудивительно, потому что вы прям скоренько, быстренько, как только случился релиз Канданеля, прислали мне ссылочки. Привет, дорогая Аря, наконец-то сегодня вышел долгожданный сингл нашего любимого Даника, «Паранойя» называется, посмотри, пожалуйста, люблю тебя. И я тоже, господи боже, сколько любви. Мне кажется, у Канданеля особая какая-то аура у поклонников. Вот я прям чувствую, прям замечаю, насколько трепетно относятся к этому мальчишке. Нет, ну в принципе все так к своим артистам относятся. Но тут что-то как будто бы другое. Я не знаю, не могу я это объяснить. В общем, особенка наш мальчик вернулся. Смотрим «Паранойю». Я что-то... О, рука. Я что-то думала, какая-то другая у нас музыкальная композиция будет. Ладно. Слушайте, да тут целый перформанс такой интересный. Там камера. Ух ты. Что это было только что? Что это было настолько горячо? Мне нравится атмосфера. Очень нравится. Ох ты, блин. Мне так нравится, как он чувство передает здесь. Класс, это очень цепляет. Ой, ребята, я такая довольная. Вот прям ждала-ждала, а он еще берет, превосходит мое ожидание. Мне очень нравится вот это вот опять крейзи какое-то состояние, эмоции, которые он передает. И музыка, все так прикольно. Ой, блин. Капюшоне. Он надел капюшон. Ой, девчонки, кто еще не влюбился? О, как звучал и переходит на такой низкий. Мне он нравится вот в капюшоне, где он такой загадочный bad boy. Хочется развернуться и пойти туда, куда он там идет. Неважно, собственно, просто пойти за ним. Так, вы знаете, песня вот мне прям очень нравится. Все. Ничего не знаю. Вот этот переход шикарный, так, он у нас уже весь белый, как нежный. Я не успеваю комментировать, мне так хочется эмоциями поделиться, а я просто не успеваю. Постоянно что-то происходит. Там кто-то напал на него. И опять же, стилистика у клипа прикольная, такая необычная. Шикарно. Ой, блин, класс. Мне так нравится. Я даже не могу сказать, что конкретно мне нравится, что все здесь столько всего. Просто сумасшедший релиз какой-то. Это, знаете, концепт Джокера, только на максималках каких-то. У меня аж мурашки, как, что делают? Бегают они, блин, там кто-то с ножом, нет, что это? Ай, как круто! Блин, все очень круто! И это ж он, наверное, это он там, наверное, да, сам на себя? Этот свист, о май гад. Это руки у него. А оставил, типа, может, сам себе шрам. Он, короче. Я не знаю! Это такой сумасшедший релиз. Он сумасшедший в плане самой истории. И плюс ко всему, он сумасшедший в плане реализации. Насколько крутая песня. И насколько круто стилистически простроен клип. Сколько там таких прикольных моментов. А где у него переходит голос такой, знаете, с хрипотцой. Это даже не рык, это я не... Ой, блин, я такая довольна. Ребят, мне кажется, в принципе, у Даниэля все крутые релизы. Но вот этот вот, чисто по моим эмоциям, которые я получила при просмотре, наверное, сейчас вот прям номер один. Девчонки, спасибо вам огромнейшее за заявочки, за донатик и за то, что поддерживаете Канданеля. Спасибо вам большое. И всем остальным, кто тоже просил Даню в комментариях.
Ой, так, все, подождите, нам надо... Ой, фу, как переключиться? Но, да, камера не железная, тут батарейка тоже может сесть. Давайте сдвинемся с места. У нас Хитори еще заявочку ты прислала. Привет, Ари, это мой первый донат. Поздравляю с дебютом. Ты слышала о группе Эласт? Нет, это был вопрос. Ты слышала о группе Эласт? Нет. Хочу посоветовать тебе этот клип. Спасибо за твои реакции, люблю тебя. Я надеюсь, что я правильно прочитала название. И как бы в смысле, да, я слышала, но я не знаю, кто это. И релиз я пропустила. Посмотрим. Смотрите, тут неполные 2 миллиона. В принципе, наверное, неудивительно, потому что я как-то сама выбираю для реакции. Ну, либо что-то, что я прям сама очень хочу, вот такая, хочу с Айвиками глянуть. Ну, либо выбираю что-то максимально такое ожидаемое всеми, максимально топовое. Ну, чтобы хотя бы не могу ж я на все снять, хотя бы вот, чтобы такие релизы были на канале. Поэтому этого я не видела. Несмотря на то, что релиз еще 11 ноября у нас случился 2020 года. В прошлом году, можно так сказать. Давайте посмотрим. Tears of... Чё-то там. Чёс. Ага, мальчишки у нас. Что-то мне когда после Кантонелли этот шепот, я опять вот куда-то нас тянет. Какая-то опять интимная у нас такая обстановка. Мне надо говорить, что он очень хорошенький. Подождите, я как будто бы, может, я тизеры их видела где-то, что-то мне знакомое. Ой, какой голос у мальчика. Он на Бэкхёнчика похож чем-то. Мне нравится еще второй вокал там идет. И песня мне нравится. И Сан где-то вот проглядывается у меня во внешности. Короче, не знаю, кого-то они мне напоминают, мне нравится. А у этого такой нежный, тоненький голос. Да, они там все вокалисты, походу, да? Класс! Мне нравится. Мне не нравится, мне не все решения по клипу нравятся, но мне нравится песня и мне нравятся мальчишки. Мне нравится локация, которая в лесу. Класс. Ой, очень хорошие мальчики. Прекрасные у них голоса. И вроде бы такая песня, но она хорошо раскрывает. Что, мне тоже на кого-то похож, типа. В лесу, блин, вообще шикарные вот эти вот места. Прикольно. Мальчики вообще шикарные. Так, ну тут история, и это уже хорошо. Хорошенькие. Они хорошенькие все тут. Рамка. Так, и вот эта локация прикольно. Гляньте, как они зеркально танцуют. Ой, класс. Все, мне нравится. Мне вот некоторые... Ай, какое это, я не успеваю сказать. Мне, короче, некоторые танцевальные локации, ну, типа, не впечатляют меня. Но лес и вот это вот очень круто. И костюмы у мальчишек прикольные. Так, главное, чтобы камера не выключилась. Прям, ай. И мне нравится, что тут история. Кстати, я заметила, что мне очень нравится, когда хип-хоп партии сопровождается вот таким эмоциональным вокалом на фоне. Так, а сколько у нас 7 мальчишек тут? Ой, да я теперь хочу пойти фотки их посмотреть. Глянь на него, просто картина писаная. Шик-шик-шик.
я поняла. Релиз потрясающий, классный релиз. Единственное, я бы вырезала некоторые локации, некоторые куски клипа. Вот я бы их просто тупо вырезала там, где некоторые танцевальные локации. Они настолько сделали этот клип, подвели его к какому-то типикалу, хотя я люблю типикал кей-поп, но вот чего-то после этих лесных локаций, также вот эти темные с рамкой, типа с зеркалом, да, мне настолько понравились, что нужно было оставлять, наверное, танцевальный где-то вот так, может быть, чисто черный или еще что-то. Даже там, где танцевальные вот эти ставочки, мальчики настолько хорошо отработали на камеру, что как бы, не знаю. Вот это вот единственный такой. Но в целом релиз очень крутой и прям да, я не пожалела, что познакомилась с мальчишками, и теперь с интересом пойду еще гляну, что у них еще есть. И походу они там прям шикарные вокалисты и один или два рэпера, да, по-моему. А голоса прям супер. Вот знаете, у каждого есть своя фишечка в голосе, и это прикольно. И красивенькие, хорошенькие все были. Спасибо огромнейшее за заявочку. Я думаю, что многим айвикам понравилось. Я буду рада, если благодаря Хиторе не только я впечатлюсь, но еще кто-то впечатлится мальчишками. Посмотрите, пойдете поставить лайк. Кстати, всегда на все клипы я оставляю ссылочки в описании. Вы можете пойти пересмотреть все самостоятельно. Хитори, спасибо еще раз тебе огромнейшее за эту заявочку. Но мы движемся дальше. Микрофон у меня отключился. Интересно, как давно? Это все мелочи жизни. Мы едем дальше. Наталья Новикова. Привет, Ари. Люблю Чиминчика. Как там у него дела? Вот такое сообщение я получила от тебя. Я не знаю, как мне реагировать на подобные донаты. Спасибо огромнейшее, что поддерживаешь канал. Тем более, ты еще и сумму такую прислала. Но это реакции, видео с реакциями. А, кстати, Бантанов мы обсуждали в новостном выпуске, который перед этим вышел на канале. И там немножечко мы говорили про Чимина. Конечно же, рассказать сейчас все, что происходит у Чимина, я не смогу. Да и вообще, собственно, немножечко другим мы занимаемся на канале. Вот. Но спасибо тебе огромнейшее за донатик, который ты прислала, и передаю тебе огромнейший привет от меня, Саранхульке, много-много-много-много обнимашки и прекраснейшего тебе настроения. Тем не менее, мы продолжаем смотреть клипчики и Kingdom Excalibur. Как это на английском? Какой-нибудь Я не знаю, как это правильно произнести на английском. Будет Excalibur, как мы все привыкли. И вы прекрасно, наверное, знаете, что я очень ждала релиза. Я уже видела ваше сообщение о том, что типа «Ари, там что-то такое, я совсем не разочаровалась, столько впечатлений». Я уже боюсь смотреть. Знаете, чего я боюсь? Я боюсь, что там сейчас они как понапичкают целую кучу кадров. И я опять ни одной связанной фразы, ни одной связанной мысли не скажу. Тоже немножко боюсь разочароваться, потому что не до конца понимаю, какой будет музон. Хотя я у них все превьюшки послушала, которые они выпускали к песням. В общем, ребята, дорогие, не подведите. И у них не так много просмотров. Мне жалко, я хочу, там даже чуть больше, чем 500 000 мальчишки собрали. Надо как-то поддерживать их получше, не знаю. Почти 5 минут, история будет длинной. Тяну, да, я тяну, потому что я долго ждала. И мне надо настроиться, собраться. Настроились, собрались, погнали. Ту-ду-дум. Класс! Там такой криповый голос был. Так, это у нас было просто интро. А, это название агентства было, типа, презентуют. Артур. Да, там одного из мальчиков. О, блин, как круто с водой сделали. Ух ты. Мы видели эти кадры в тизерах. Очень величественно выглядит. Так, подождите. У нас тут рыцари средневековья, да не совсем. Мне нравится вот эта локация, вот этот мальчик очень. Боже, какое звучание! Они так классно выглядят. У меня просто слов нету, я что-то... Так, это мы слышали куклу Сочек. Короче, мне нравится, что песня прям, не знаю, рушит у меня в голове любые ожидания какие-либо по поводу этого. Я типа вообще не понимаю.
Это так прикольно. Хорошенький. Вот этот темненький мальчик мне нравится. И вот этот, который он Артур, да, нет? И вот это тоже прикольный. Посмотрите, как ему подчеркнули глаза. Такая интересная обработка. Да что такое, опять лес этот? Вот этот момент просто. О! Нет, даже это нереально. Блин, он так разворачивается, мне так нравится этот момент. Очень оригинальные ребята. И песня, это всего касается. Мне нравится этот блондинчик, такой нежный. И этот темненький, мне нравится. Ох, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, эскалибр. Давай! Давай! Момент вот этот с падением. Опять что с музыкой происходит? Там кружат. Тут достал. Ай, воткнул. Что? Опять вода, блин. Короче, это так... Ух ты. О, зачем он это сделал? Какой-то просто сумасшествие, ребята. Это уже какой? Третий у нас crazy релиз за сегодня, да? Присягу типа ему дают. Знаете, как типа присягни своему королю. Такая освежающая атмосфера там, где вот открытые локации. А тут такие тяжелые. Я ничего не поняла, ребята! Ай, да рамка! Гляди, как красиво, господи, на флейте играет. Ой, там вот эту штучку. Я хочу его рассмотреть получше. Может быть, это какой-нибудь намек на какой-нибудь еще... Ой, еще один клип, который у нас выйдет в таком стиле. Прям дорама историческая, только очень чувственно, волшебно, так фэнтези. Так, я хочу сказать, что, во-первых, ни капельки я не разочарована релизом. Это слава богу. По поводу музыки, вот знаете, почему я не разочарована? Потому что я, когда смотрела тизеры и все это ждала, я понимала, что меня это цепляет как раз таки тем, что я не понимаю, как можно реализовать эту всю задумку, и это все выглядит так круто, и типа ломает какие-то шаблоны, что-то такое, да? И сейчас, когда я слушала эту песню, которая настолько странная, плюс ко всему настолько идет компоновка необычных, а как сказать, разношерстных локаций абсолютно, и как будто бы абсолютно разных историй, то у нас средневековье, то у нас что-то фэнтезийное, то у нас какие-то они там хранители галактик, других измерений или других миров. О, что происходит? В связи с этим я смотрела, и мой мозг рушился во время просмотра. Именно поэтому я понимаю, что... Ой, у них уже есть выступление, я посмотрю. Я понимаю, что этот клип я буду пересматривать для того, чтобы разобраться и понять. Поэтому класс. Я надеюсь, что они в таком же направлении, крыши выносящем, будут работать и дальше. Шикарно! Хотела еще Чунху посмотреть, но все уже, мне уже кругом везде звонят, вызывают, там капает. Я пошла! Ребятушки, спасибо огромнейшее всем, кто поддерживает канал. Спасибо всем, кто смотрит вместе со мной клипы. Пишите, что еще будем смотреть с вами на канале в рамках реакции. Напомню, что следующая где-то ориентировочно, предположительно, планируется через недельку. Поэтому посмотрим, что выйдет у нас на следующий раз. И, конечно же, поддерживайте мальчишек-дебютантов. Или которые маленькие у нас группы, перейдите по ссылочкам в описании, поставьте им лайки, напишите что-нибудь приятное. Вот, а на этом пока что все. С вами была Ариран, я вас всех люблю и целую. Пока-пока.